Всем привет, с вами канал Девушки ТВ, и сегодня я вам покажу, как восстановить любую Windows после установки какого-то, например, патчера тем. Они в Genial системе, и вот, сейчас я вам покажу, как после этого вернуть систему в обратное состояние. Вот, например, вы в интернете скачали Ux-Trem патчер, и у вас тема просто пропала, а она больше не работает. Как это сделать все обратно, чтобы все вернулось до прежнего состояния? Я вам это сейчас покажу. Вот. У меня есть два этих патчера, которые портят систему. Вот. Для этого нам заранее нужно зайти в минифуз. И все программы стандартные, служебные, восстановление системы. Windows 7. Все так же. Восстановление системы. Тут, конечно, по-другому, но, надеюсь, вы разберетесь. Вот, я уже восстанавливаю систему, и вот, нам нужно создать точку восстановления и нажать «Далее». Потом описание контрольной точки восстановления, например, предыдущие проявления системы без патчера. Ну, у меня два, потому что я уже делал восстановление, то есть тестил. Вот. Создать. И теперь закрыть. Потом мы можем применять эти патчеры, так как есть точка восстановления, можно даже проверить. Уже есть. Вот. Можем запускать этот весь мусор. Тему, то есть систему испортили нафиг. Что нам теперь это делать? Ну, здесь появится такое окошко, что какие-то файлы были заменены на какую-то фигню, и если вы вставите диск, тоже ничего не произойдет. Скажут, ставьте диск. Можно даже не иметь диск, потому что если вы ставите его, то ничего от этого не изменится и даже не будет. Никакое окно не появится. Так что бесполезно. Теперь заходим в меню «Пуск», то самое восстановление системы, и уже выбираем первый пункт «Восстановление более раннего состояния компьютера». Далее, и здесь выбираем вашу точку восстановления. Она у меня вот эта вот. Далее выбираем нашу точку восстановления и подтверждение. То есть, вот, вы можете это все прочитать, если вам нужно. Вот, надо все закрыть, все сохранить. Перед восстановлением и нажать «Далее». Дальше у нас система и появится вот такое вот окошко. Восстановление системы, восстановление параметров идет и перезагрузка машины. Теперь идет запуск Windows. У нас может быть нужно немного подождать. Когда появится рабочий стол с окошком про восстановление, это значит победа. Если там будет тема «Луна», это значит все, вы успешно сделали. И сначала нам нужно подождать. Что же, у нас была классическая тема, теперь у нас тема «Луна». Поздравляем! Вы восстановили систему после Ux-Trem патчера. И теперь у нас все починилось. И все стало нормально и хорошо. То есть теперь мы можем спокойно наслаждаться. И все теперь нормально. Теперь мы можем этот мусор удалить, так как он только портит систему. Кстати, даже если у вас еще нет этого патчера и собираетесь когда-нибудь его установить, лучше не надо, пожалуйста, его устанавливать. Ну, вы можете вот так вот восстановить, но надо заранее создавать точку восстановления. Я уже удалил и очистил корзину. Лучше не скачивайте вот такие вот поддельные файлы из интернета. Это только нарушит работу вашего компьютера. Всегда берегите свой компьютер, чтобы не подловить всякие вирусы. Потому что это может закончиться плохими последствиями, если у вас нет точки восстановления.
направлении. Кстати, Ёжиком ОСТ, возможно, будет 28 или 29 апреля. Возможно, вообще в мае. Потому что мне где-нибудь делать. Ладно, всем пока. Надеюсь, я вам помог. С вами был канал Ёжик ТВ. И, кстати, Windows 7 почти так же, но немножко по-другому. То есть, вот восстановление системы. Далее, там ваша точка восстановления. Далее, и, надеюсь, потом сами разберетесь. Ладно, с вами был канал Ёжик ТВ, всем пока. Надеюсь, вам помог и вернул ваше прежнее состояние системы, когда этого, этого патча не было, то есть быстрее. Рекомендую его вообще удалить со своего компьютера. Ладно, всем пока.